У нас сегодня такой праздник искусств. Здесь мы с вами видим изображение, только что звучало слово. А сейчас я хочу, чтобы еще и пригласить сюда людей, которые дадут нам возможность послушать некоторые звуки, причем совершенно потрясающие звуки Востока, звуки древности, древних инструментов, дуду. Когда мы слышим это, то возникают сразу в уме и текст Псалтирии, и пейзажи Палестины, и Сирии. Это член нашей общины Сивак Миробян и его друг, и, как он говорит, наставник. Армен Аванесян, мой наставник, учитель по дуду. Всех приветствую. Христос воскрес! Мы хотим сыграть армянское песнопение «Авун Авун», 11 век, авторство и переработка принадлежит известному святому Григорию Нарикасе, это 11 столетие. Погрузимся в этот молитвенный, радостный вид, радостную атмосферу.